Добавить классы в электронный журнал вашего аккаунта Мэо вы можете с помощью нескольких простых шагов. Для начала войдите в систему Мэо при помощи вашего логина и пароля. Далее вам необходимо выбрать подсистему «Электронный журнал» в левом верхнем углу. В электронном журнале нажмите кнопку «Добавить класс» в правом верхнем углу. После этого вы можете ввести название класса, либо сразу выбрать нужный вам класс в выпадающем списке. Платформа покажет вам доступные для присоединения предметы для этого класса. Выберите нужный предмет. Нажмите кнопку «Сохранить». Готово. Классы автоматически добавлены в ваш аккаунт, и вы сможете видеть ваших учеников в электронном журнале по выбранному предмету.